Тан-тан-тан. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нейзи, и сегодня мы поиграем в одну прикольненькую игрушку, которую мне посоветовал один из моих модераторов. Называется она Battlegrounds от... Ё-моё, куда мы летим? От разработчика PlayerUnknown, не знаю, да, Unknown, вот. Так, и, собственно, нас куда-то сейчас везут. Эта игра похожа на Хайзи. И пускай нас, наш самолет вот довезет до той деревушки, я там и спрыгну как раз-таки. Все, прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой, какие звуки громкие. Так вот, я играю за негра, и представьте, что я беженец, и... Я беженец, и меня сейчас депортировали обратно в мою родную страну, где гетто, все друг друга палят с пушек там, с диглов, вот. И вот, ну, собственно, давайте еще немножечко я упаду, и ой-ой-ой-ой-ой, там кто-то уже падает, ой-ой-ой, нет, это я не вовремя так упал, мне надо было туда вот пролететь, что, который это, меня же бьют сейчас. Ой-ой-ой, чую, сейчас что-то неладное будет. Сейчас стрельба, шмальба начнется. Не, чуваки, я не хочу такое. Там какая-то машина стоит. Можно, конечно, туда. Так, давайте попробуем сюда. Тоже ничего нету. А, пофиг. О, это что такое? Пулевые штанишки. Давай-давай, забирай-забирай. Так, давайте от первого лица сделаем себе. Все, теперь мы хотя бы... У нас хотя бы есть одежда. Мы теперь не как леший с голой жопой бегаем. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это пугало. Господи, я пугало испугался, чуваки. Что такое? Все, вот кто увидит мою грудь сразу, охренеет. Я просто буду убивать людей грудью своей. Знаете, как Чак Норрис в своих фильмах там выдирает клок волос из груди и бежит бить всех. Вот, я также побегу. Собственно, игра похожа на Хайзи. Это такая, ну, кто не знает, кто вообще в пещере живет и только в Майнкрафт играет. Это такая игра под тип такой же. Типа, тут много у нас людей, их скидывают с самолета, они друг друга убивают, и должен выиграть тот, кто остался последним выжившим. Да. Вот. Ух ты, вышечка какая-то. Ладно, мы сейчас туда побежим, но для начала... Ух ты ж. Я нашел транспорт. Это не рабочий. Это не рабочий. Так, огнетушитель мне дайте. Я буду бегать как в монструме. Бить всех. Не, огнетушитель мне не дают. Черт, что делать? Да прыгай давай. Давай, 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 давай. Господи, какой же ты тупой негр. Так, давайте от первого лица сделаем. Сразу готовим. Опа. Кеды. Это не кеды, это... Homie, I got a gun. Ну, типа, я негр. Типа... Опа, это чё? Цевьё, ладно, сгодится. Это чё? Какие кроссовки у меня? А, Adidas какие-то. Там, этот, правда, 4 полосочки, а не 3, ну ладно. Так, побежали, побежали наверх. Тут сенса вообще нулевая в этой игре. Так, да-да-да-да. Опа, опа, во! Во, вот это мне надо, так. Высокий кед, мне бы это не нужно. Давайте сейчас нам нужно перебежать в зону, где... Так... Где хотя бы есть безопасность. Опа! Еще один ган, револьвер. Отлично. Так, отлично. Давай-давай перезарядим револьвер наш. Я думаю, у него больше патронов будет. Тактическая ложа. Что это такое? Ладно, давайте возьмем очки, как в Mad Max. Не, это мне не нужно. Это мне не нужно. Да, это... Ё-моё! Какой ты сексуальный парниша. Я бы отдался бы такому. Ладно. Падла! Убивает игрока выстрелом в голову. Черт. Да куда ты упал? Господи, да что ты как лягушка-то прыгаешь? Вы посмотрите просто. Он больной. Господи, негр больной. Ой! Давай, давай. Еще разок, вот так вот. Вот так вот. Господи боже. Так, чуваки, нас опять везут хрен пойми куда, поэтому я сразу полетел вниз. Ничего не знаю. Давай, негр. Скайдайвинг — это хорошее занятие. Думаю, негры любят скайдайвинг. Не знаю, не проверял. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то быстрее меня летит. Давай, негр, ускоряйся. Включай свой реактивный двигатель.
Он тоже черный, надеюсь. В твоем черном глазу. Ой-ой-ой, сам раскрыл парашют. Я твой хозяин, а не ты, бой. Решает еще, что за меня делать. Опа, там фургон какой-то. Ну, я думаю, этот фургон спереть нельзя. Черт, да, похоже на то. Так, тут какие-то военные домики с военной крышей. Какие-то кожвалы. Так, давай, 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 садись, садись, быстрее. Да быстрее ты, ё-моё. Давай, спрыгивай с парашюта. О, отлично. Как ниндзя, давай такой. Чу-чу-чу. Опа, знаете, как Power Rangers. Так, бери, 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 да все бери, все бери, все бери, негр. Чок, бор, шо это? А, может, чоколад бар? Опа, серп. Отлично. Так, пистолет. Давай, фу, магазин для пистолета. Был бы пистолет. О, шотган, шотган, шотган. Давай, давай, давай. Бери, 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 негр. Бери, братан, бери, бери. Да нахрен тебе этот серп? А, все, отлично, молодец. Так, канистра. Да думаю, мы топ не найдем машину. Ну да ладно. У нас... Я даже не перезарядился, вот я отважный какой, я хожу без патронов. Вы что, я так долго не проживу, если буду без патрончиков-то ходить, а? Так, ой-ой-ой, я тут запутался в трех стенках. Мне надо красный коллиматор, зачем? Ну, не, как бы я знаю, зачем он нужен. Давайте попробуем на дробовик поставить, можно? Нет, ну тогда он нахрен нам не нужен. Так, о, дымовая граната, вот эта тема. Так... А, мы в безопасной зоне, думаю. Нет, нет, не в безопасной. Внизу, вот видите, там над картой показан значок такой, типа, бежать сколько. Вот. Ну, так как я негр, и я уже привык быть беженцем, мне это уже не впервой. Так, мне надо залутать вот до конца этот домишко. Что это? Так, бутылка воды. Ну, как бы она не подбирается. Было бы неплохо вот сюда залезть. Давай, негр, ты же умеешь угонять тачки. Ты же из гетто. Давай, давай, давай. Чук, нет, ты ничего. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кто-то по кому-то стреляет. Так, давайте от первого лица сделаем. Ку-ку. Ку-ку. Ой-тю-тю-тю, как тут страшно-то, а. Вот у пугало меня напрягает, который вон там стоит. Вот. Оно своими зырками зыркает на меня. Тут Сэмки стреляет. А. Ой-ой-ой. 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 Ну, если что, у меня есть супероружие. Это серп. Я пойду им вот траву косить. Серпом. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой. Молодец какой. Мотоциклетный шлем. Давай. Все, одели. Прицел 8Х нам не нужен. Потому что на что крепить? На дробовик его? Че, вдаль, что ли, с ним стрелять буду? Сумасшедший, что ли? Так, это что такое? Тут ничего больше. Ой, кто-то в церкви стреляет, а? Богохульники, еще бы покемонов ломили, ловили там. Давай, 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 залезай, залезай, закрывай! Негр, ты же из гетто, ты же знаешь, как себя вести. О, как себя вести, чтобы тебя не спалили. Ну ты же из гетто. Так, что тут у нас есть такое? Так, опа. Пулевые брюки, не... Ты что, у нас круче пулевых брюк, у нас зауженные брюки. Так, опа. Футболка красный. Эту игру делал Дальтоник, она же белая, алё. Наверное, её Лёха делал. Так вот. Сейчас, что тут у нас есть? Мачете. Джейсон, ты был здесь? Ладно, давайте возьмем мачете, потому что... Серп нам особо не понадобится, думаю. О. Ой, господи. Я-то думал, я не настолько страшный. Ладно, пойдем отсюда. Как, куда бы, в какую дверь выйти, чтобы не выйти? Ну, в смысле, на улицу. Понятно. Шоу интуиция, у меня с ней все плохо. Так, тут можно поглядеть, что да как. И словить хедшот. Так, окей. Сейчас надо, вот думаю, перебираться аккуратненько, просто аккуратненько. С квартальчика в квартальчик. Так. Тю-тю-тю, аккуратненько. Аккуратненько. Опа, М-ка. Не, это МП-5. А, ЮМП вообще, ну. Один хрен разница, давай. Возьмем ее как второе дополнительное оружие. Пистолета у нас нету, нам не нужен.
Давайте вот посмотрим, что тут, осколочная граната. Ну, я умею ее кидать, потому что я прям из гетто вот. Вырос в гетто. Рюкзак уровень первый. А у меня какой? Так, сейчас вот так вот встану и посмотрю, где тут поглядеть. Какого уровня этот рюкзак? Уровень-то тоже такой же. Так, сейчас надо тут залутать все и убегать. О, вертикальное цевьё, отлично. Прикрепим его на эту... Ну, это как держалка, короче. Так. Это тоже возьмем. Смотрите. Куда его цапать? А. Не-не-не-не. Лучше бы отдачи не было вот так вот сделать. Это будет жесткая отдача, вы чё? Я же улечу, когда выстрелю. Вы чё? Не-не, так не надо. Пошли отсюда. Так, куда нам надо идти? Вот давайте посмотрим по карте. Где мы? Поставь. Так. Где мы? Ё-моё. А, джанго, ё-моё. Нам надо бежать. Так, поставить маркер. Давай. Джанго, куда нам надо бежать? Ой-ой-ой-ой-ой. Мне цепист. Ладно, побежали. Давай, Джанго, тебе не впервой. Представь, что ты убегаешь от полиции. От своих черных дел. Своего преступного прошлого. Так, Джанго. Джанго, дорогой, нам надо убежать отсюда, ты понимаешь? Давай, давай, Джанго, втопи хорошенько. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам бы втопить не помешало бы, реально. И нафига мы маркер поставили, все равно его на карте, да не... Ой-ой-ой, это что там, машина, что ли? Она бы нам не помешала, если бы она была рабочая. Если она реально рабочая, то я бы к ней реально побежал, но я думаю, что нет. Наверное, кто играл в эту игру, сейчас в комментарии напишет, типа, мол, а, даун. Она была, ой-ой-ой-ой, рабочий. А там, видите, какой человечек смешнявенький бежит. Утю-тю, к машиночке бежит, да? Ну не, я отсюда не попаду по нему, поэтому мне просто надо убегать. Просто текать. Ух, я бегу так. Такой, утю-бу, разойдись, нахуй, сейчас раздавлю вас, блин. Да. Господи, надо искать реально... Опа! Это же Mario Kart! Смотрите. Это знаете, карт из Марио. Так, у меня после 8 шутки плохие. Давай, залезай в баги за этот Mario Kart. Ой-ой-ой, какие звуки тут громкие. О, это машина двухместная. Хм. Может сюда полковника кастрюлю кинуть или Эмеральда? Давай-давай, втопи! Втопи, мой дорогой черный друг! Давай-давай-давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Господи, поехали давай! Так, ну все, мы почти что в поле действия... Фу, блин, че я говорю? В безопасной зоне. Все, мы в безопасной зоне, отлично. Так ведь? Или нет? Или я дебил? Да, мы в безопасной зоне, отлично. Так, ну все, мы, так сказать, уехали, шума наделали на этой машине. Хорошо, хоть тут зомби нету. Вот. Давайте вот здесь вот припаркуемся аккуратно. Я сказал аккуратненько. Вот, закроем за собой. Опа, канистра с топливом. Ну, нам она пока что не нужна. Потому что у меня есть одна. Так, что у нас здесь? Ванна и... Господи, какой я страшный. Это что, кружка? Не, кружка нам не нужна. А это что? Офигеть. Так, ладно. Давайте лезем в тачку и поехали. Ё-моё, Джанго, успокойся. Ломает тут все. Ладно, на самом деле это я. Я повелеваю негры. О, ля-ля-ля-ля, УАЗик. УАЗик, Вася. Так, ладно, я понял. Мне нужно провести тест. Что лучше, УАЗик или вот это точило? Я думаю, УАЗик. Хотя... Не, ну вы посмотрите, вот просто посмотрите на это. Я думаю, просто вот... Вазик топ. Хотя, давайте поглядим. Поглядим.
Вот до скольки он разгоняется километров в час? Ой-ой-ой, мне даже страшно. А, не, смотрите, он... Так, у вас, прости меня, братан. Мне ну... Чего, блядь? Просто да выебывался. Давайте, пока, дорогие друзья. И спасибо за просмотр. Если вам понравится эта игра, еще сделаю парочку серий. Давайте.